дорогие ребята, а также уважаемые взрослые. Здравствуй, Степан! Здравствуй, Алиса Владимировна! Здравствуй, Барбоскин! Привет! Привет, Степан! Здравствуй, Алиса! Мы рады приветствовать вас в нашей виртуальной студии творческого развития «Мурзилка». Сегодня мы с вами. Здравствуй, Машенька! Что случилось? Почему ты плачешь? Здравствуйте, Алиса Владимировна! Я не знаю буквы и звуки, а очень хочется читать с собой интересные книжки. Ведь я еще так мало знаю, а скоро в школу. Не огорчайся, Машенька. Мы сегодня как раз собрались изучать алфавит. Присоединяйся к нашим занятиям. Итак, слушайте внимательно. 33 сестрички ростом велички. Если знаешь наш секрет, мы покажем целый свет. Алфавит! Правильно, молодцы, алфавит. Дорогие друзья, для изучения алфавита нам понадобится тетрадь в крупную клетку и, конечно же, фломастеры. Степан, Барбоскин, ну а вы помогайте. Ну что, все готовы отправиться в путешествие в страну алфавита? Да! Машенька, ты готова? Готова! Слышите? Что это за шум? Это кажется... Какой он красивый! В путь, дорогие друзья! Сегодня мы с вами располагаемся в вагончике номер 1 под буквой А. Занимайте свои места и первое задание. Назовите слова, начинающиеся на букву А. Я знаю! Арбуз! А я знаю слово аквариум. Апельсин! Знакомьтесь, буква А. Буква А, смотрите, дети, вот она, красавица. Апельсину и арбузу эта буква нравится. Кто пожадничал у нас? Взял три буквы ананас. Раз, два, три, четыре, пять. Букву А нам надо знать. Ну а теперь, дорогие друзья, мы попробуем ее написать. Пробуем писать букву А еще несколько раз. Спасибо, Алиса Владимировна! Спасибо, друзья! У меня получилась вот такая буква А. И я знаю еще одно слово на букву А. Можно? Можно? Акула! Вот. Молодец! Ну а мы на следующем занятии познакомимся со второй буквой алфавита. До новых встреч! До свидания, ребята! Пока-пока! Пока-пока! До свидания, ребята!